Так, попробуем хоть что сделать. Надеюсь, он меня не продамажит, чтобы мне реген не активировал, когда у него будет. Так. Дайте дарю. Реген пошел. Блять, мобы возвращаются. Это плохо. А, не, нормально, нормально. Ну-ка, босс, здесь день 10 стоит. Да, мы там не успели. Блять, и реген исчез уже. Да, это плохо. Блять, пока он разгонится, там, да. Я два моба убью. Как тебя прокидывать? Чтобы обилки не взял, хотя бы подушку. Я его убил, не убил, заразу убил. Так, у меня проблемы с мобами. Хотя есть проблемы с мобами, не будет, у меня банки на инвиз есть. Не думаю, что будет. Силушку повысил. Берем усиление. На 159 и 130, отлично. Нормально. Я только могу до хера, но я не справлюсь, мне главное его убить. На всякий случай кинусь. Не, не буду пока. Не, может контроль дать, я могу отъехать. Ладно. У меня проблемы с мобами будут, а не с боссом, походу. Фигни со всяких вещей. Мобы вряд ли исчезли. Когда его убью, я не знаю, еще ли или нет. Давай, 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 давай. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, ребята, спокойно. Блять, они зажали руки немного. Да, мне их убивать надо. Это проблема. Пробитие слабое, может им побыстрее убить. Как же больно. Но блин. Чтоб поменьше урона не убивали. А, я побольше. Успокойтесь. Как же мне реген помогает? Офигеть. Вот у меня раз кольцо на реген. Три и пять плащ дает. 1,4 здесь. Плюс хавка. И хавка сколько это дает? Не показывает. Ну там двоечка вроде бы дает. В инвентаре хавка написано, что больше дает. А когда я юзаю, по факту двоечку дает.
Ведь он живой, я думаю, убью. Что он это, на это скажет мне? Без регена уже не убил бы. Куча балок бы убил. Чем меньше их, тем быстрее регены. Ну, отлично, быстро прошел это DLC, наверное, еще сегодня второе пройду. А завтра уже третье DLC начнем. Всяких ощупью. Что-то не рискаю. Я до сих пор броня настакана. Нарастающая защита 196 секунд. 196 секунд. Отдается вот 15, но время действия продлевается каждый раз, когда воин получает урон. 193. Ну, броня тоже вообще сильная, 20 защиты от CVD. На всякий случай. Мало ли чего. Чтоб заново не бить это все. Вдруг еще босс будет бить меня. Второе дыхание у меня откроется. Кто знает. Поэтому мне ничего не дали за это. Светло-голубая жидкость сочится из ран зверя. Изо рта падает хлопья слюны. На ваших глазах на пол шлепается кусок гниющей плоти. Мне что за это выйдет? О! Вы получаете предмет и мистая шкура. И что это такое? Я убил бога, мне какое-то дерьмо плащ дали. На плюс 3 устрашения, это что такое? Вся защита плюс 5. Защита владельцев шлем при наличии воздействия. Я убил бога. А мне такое дерьмо дали.